Лампы в автомобильных фарах бывают разные – светодиодные, галогеновые и ксеноновые. Последние выигрывают сразу по нескольким параметрам. Они светят ярче и дальше. Однако просто заменить лампы в фарах на своем авто на ксеноновые могут далеко не все автолюбители. Если производитель машины такие лампы не предусмотрел, любая самодеятельность – преступление. Вычислить нарушителей на дорогах не так-то сложно. Этим регулярно занимаются сотрудники госавтоинспекции. Если свет фар заметно отличается от предусмотренной стандартной комплектации автомобиля, водителю придется попрощаться не только с ксеноновыми лампами, но и с водительским удостоверением. Для таких нарушителей предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность за данное нарушение – это лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Что движет людьми, которые решили преобразить фары на своем авто, понятно. Свет от ксеноновых фар действительно ярче. Но если они не были предусмотрены комплектацией завода, использование таких фар может создать аварийную ситуацию на дороге. Огни ксенона способны ослепить водителей автомобилей, которые двигаются по встречной полосе, так как установлены и отрегулированы осветительные приборы в этих авто не по правилам. Вы знаете, что вы управляете транспортным средством в неисправном состоянии, получается? Теперь уже, да. Будем устранять. Ну а вам это что дает? В первую очередь безопасность. Ну а вы знаете, что таким образом нарушаете? Или не знали? Знал, что нарушаю. Но вроде как я никого не слеплю и фары настроен ковер. За время проведения мероприятия сотрудниками госавтоинспекции было составлено более 70 административных материалов. Каждому нарушителю также было выдано требование об устранении выявленных нарушений световой системы. Если водитель не заменит лампы в фарах и не предоставит транспортное средство для осмотра в госавтоинспекцию, в течение 10 дней автомобиль будет снят с регистрации. Ирина Суконкина, Народные новости.